если вы приехали в отель поздно, то с 11 до 6 утра в отеле Sirius Deluxe есть ночной суп. Вот в меню у нас сегодня рисовый суп. Вот как он выглядит. Ой. Да, такой рисовый суп. Можно перекусить горяченький супчик. Тут есть у нас хлебушек свеженький. Микроволновочка, если нужно. Это у нас тут мяско куриное. Рис. Еще мясо какое-то. Телятина, вероятно. Салатик. Я люблю такой кушать. Помидорчик. Разная зелень. Оливковое масло, десерты. Также можно чай себе приготовить. И разные фрукты. Слива, груша, апельсин, мандарин, яблочки, мандаринки, апельсинки. Еще раз яблочки, апельсинки. Можно взять кофе из автомата, сок и чай. Вот такой ночной суп. Очень даже удобно. Если вы были на экскурсии, можете в 11 часов зайти и перекусить. Всегда что-нибудь найдется, не будете голодные. Так. Приезжайте в отель.